Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, в Твое царство, силе и слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Богу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву пречистой Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милый, святой мне, грешному, создавал я, Господи, помилуй меня. Вячеславе, святейшему, Господи, прости меня, грешному, и помилуй. Господи, Боже наш, прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. О, Владыка, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. И услыши молитвы всех, молящихся о благе нашем. Услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Благослови нас в этом пути, сохрани от всякого рода зла и греха. А все, что Ты допустишь, да будет во славу Твоего святого имени. Пробуди новые души, положи на сердце священников не препятствуй благовестию. Пробуди сердца архиереев и патриархов, ибо погибает страна. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение Отец Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу имени Твоего Святого мы пребываем здесь. Да будет благословен храм здесь, служащий и молящийся. Аминь. Мы уже уходим.